Сижу в Вудстоке, любуюсь рекой. Красота неимоверная. Гостиница очень шикарная. Вообще место здесь вижу не в этой гостинице, а вообще очень богатые люди живут. Очень. Это как раз 2 часа от нас. Это в часе от Бостона. Сюда на люди приезжают отдохнуть. Зимой, вот когда едут в Вермонт из этого вот горах там покататься, или летом, здесь же озера и реки, очень красиво, такая тишина. Мы пришли сегодня с мужем перед игрой, просто по улицам, очень красивые дома, и видно, что очень состоятельные люди. Я им вообще не завидую, это их личное дело. Я вот просто констатирую, есть люди состоятельные, есть с деньгами, есть без денег. Кому-то вот там от родителей досталось, кто-то сумел сам заработать себе. Мы с этим не такие. В общем, мой муж повез Данила где-то поискать покушать, а я взяла сэндвич этого вот из дома. И у меня есть черешня и питье, лимонадик. И я посижу, полюбуюсь на природу и покушаю. Еще перед игрой, во-первых, наши сегодня проиграли, получилось 3-е место заняли, потому что финал завтра. Меня ударил мяч. Я сидела как раз, перед игрой, когда разминка была у другой команды, а муж как раз стулья поставил сбоку, там, где зарешочен, сетка закрыта. И мяч прям пролетел вот мне вот сюда вот. И сейчас чувствуется на английском это сор. В общем, болит плечо и болит рука. Попало вот именно вот сюда вот именно. Я не знаю, что там завтра будет, синяк, не синяк. С нашей командой родители все стали спрашивать, как я. В общем, женщина одна лед принесла, потом второй раз лед принесла. Там мама одного из игроков. С нашей команды. В общем, все заботились. И я сейчас такая вот сижу, знаете, вот разбитая. Именно разбитая в том плане, что там здорово пойти помочить ножки в реке. А мне ничего не хочется, я хочу домой. После травмы, никто же не знал, что у меня будет травма. Пытаюсь как-то пытаться там насладиться вот в таком плане.